Много раз мы говорили сегодня, звучало слово стресс. Стресс, стресс, стресс. Что такое стресс? Откуда это все пошло? А как вы понимаете стресс? Сейчас мы к этому подойдем. Вообще это пошло от эндокринолога венгерского происхождения Ганса, как его звали, Сейна, который занимался исследованиями влияния различных факторов среды на живые организмы, в частности людей. Так вот, стрессом называется реакция живого организма э, или совокупность реакций на негативные влияния среды, которые нарушают гомеостаз, то есть нормальное течение э, реакций в организме. Давайте же э, с вами обсудим, какие же признаки стресса вы знаете. Вот что вы называете стрессом, как вы видите в поле, как вы определяете этот стресс в поле? Пожалуйста, может быть, кто-то может предложить. Поле черное. Стресс у нас в первую очередь, да. То есть изменение окраски. Еще какие варианты? Не растет. Остановка роста. Давайте сразу посмотрим. Например, вот у меня это первым выделено как раз. То есть говорят, кувалды по башке дали. Сои, например, после гербицидной обработки. Часто такое бывает. Изменение окраски было названо. То есть это может быть хлоротичные пятна, могут быть какие-то красные пятна, может быть некроз, например. Еще что, какие есть варианты? А как это проявляется нехватка микроэлементов в поле? Как вы поймете, что у растения изменение окраски? Отлично. Тургер. Так, давайте посмотрим, что у меня есть. Деформация. Совершенно верно. То есть бывает, растение опускает уши, или крутит, совершенно верно. Что еще? Еще опережение по фазам развития. Вы не раз слышали, например, о таких продуктах, как Миравис Нео или Амистар Экстра, содержащие в своем составе а, химические вещества, да, например, это азоксистрабин или а, адипидин в Мирависе, которые обладают физиологическим действием. В чем заключается это физиологическое действие, вам, вам наверняка рассказывали мои коллеги, но в частности они говорили о том, что есть... Физиологический эффект, который замедляет старение, замедляет выработку гормона старения этилена, который отвечает за, пере, э, за переход от одной фазы развития к другой. Потому что под воздействием стресса растение стремится как можно скорее дать хоть какой-нибудь небольшой урожай, то есть продолжить свой род и э, закончить свою жизнь в этих стрессовых условиях. То есть растение стремится быстрее э, перейти от одной фазы развития к другой. И последнее, что я выделил, это, так скажем, экономия на этих генеративных органах, да, то есть они закладываются, их вообще в целом меньше, если мы говорим о зерне, да, о зерновых, то есть колос меньше, он содержит меньше колосков и зерна в нем меньше, а, выполняются, их объем становится меньше. И вот это все, что нам, с чем нам нужно бороться, потому что наша с вами задача получить максимальный урожай за достаточно небольшой вегетационный период. Теперь еще один вопрос. Как вы считаете, в какие фазы развития культуры они максимально устойчивы к стрессу? Еще раз. Когда идет развитие вегетативной массы? Ага, так, еще, еще варианты какие есть? Ну, допустим. О, отлично. Давайте скажем так, когда созрело, это значит фаза семени, то есть когда еще даже не проросло. Самая устойчивая фаза это луковица или семечка, например. Потом, как только, как только они начинают прорастать, они становятся, они становятся очень уязвимы всем этим факторам стресса. То есть проростки, мы с вами знаем, они очень восприимчивы к заморозкам, например, или каким-то любым другим факторам, которые мы сейчас называли, мои коллеги. Потом у нас идет там, фаза, допустим, на зерновых, там, фаза трубкования, и в целом это ничего там страшного такого не происходит. Это не критическая фаза развития культуры. Критическая фаза ⁇ это прорастание, кущение, и потом э, вторая, самая критическая, это перед цветением, когда образуются гаметы. Вот. И, э, собственно, обработки средствами защиты растений, которые вы успешно делаете и получаете хороший урожай, они проводятся как раз по этим критическим фазам развития. То есть это фаза кущения, когда уже достаточная биомасса, допустим, образовалась. Если мы говорим о зерновых, вы работаете гербицидами, чтобы защитить растения от конкуренции с сорняками. И потом вы работаете, допустим, если на подсолнечнике, там по звездочке фазу перед цветением, бутонизации, или там по флаговому листу, к примеру, на зерновых. Это критические фазы, которые вы проводите обработки специально для того, чтобы сработать на массу урожая или его качество. Что касается моей работы сейчас. На этот сезон запланировано очень много опытов, 57, если быть точным, и в нашем отделе биологических решений мы пошли еще дальше, мы делаем опыты не в четырехкратной, а в шести даже кратной повторности, чтобы увидеть все различия между вариантами подчеркнуть какие-то особенности применения и э, как основной и важнейшей задачей я вижу э, вписывание э, интеграцию даже лучше так сказать э, интеграцию биопродуктов в существующие технологии защиты культур то есть применение в баковых смесях как с гербицидами как с фунгицидами с инсектицидами э, в течение сезона и э, сегодня я хочу поделиться с вами э, первыми результатами э, из Краснодарского края. У нас там тоже есть полевая станция, где проводятся эксперименты. Э, э, и в частности на зимой пшенице. На зимой пшенице, как вы знаете, мы рекомендуем препарат Квантис. Это биостимулятор. Э, э, опыт проводился на сорте Гром. Очень хорошая там э, сильная была пшеница. И есть суперэлита, то есть генетика сильная. Предшественник. Кукурузы на зерно, норма высила средняя 4 миллиона на штук на гектар. И достаточно там э, много было удобрений внесено, то есть достаточно хороший фон. По поводу обработок. Схема выбрана, может быть, не такая, как у вас есть в хозяйстве, но средняя э, по России. То есть мы должны были защитить культуру от широколиственных и однодольных сорняков от злаковых. Поработать в против септериоза, как правило, там оно возникает достаточно рано. Высокие довольно нормы расходы, вы видите, я предложил, чтобы вообще исключить фактор заболевания. То есть там и 0,9 внесено. И э, э, эфорией закрыть, чтобы побороться со всеми возможными вредителями. Ну вот, собственно, это я сейчас назвал схему контроля. На опытных вариантах вносились, вносились две разные нормы расхода препарата Квантис. 1 литр и 2 литра. Что мы должны были посмотреть? Мы должны были, с вами, мы должны были посмотреть, будет ли фитотоксический эффект от гербицида или от фунгицида, будет ли снижение гербицидной активности от применения совместного с биостимулятором в баковой смеси. И будет ли какая-то разница в целом в развитии культуры. Зачем вообще вносить этот биостимулятор? Что касается условий этого сезона, то они получились в целом все равно достаточно благоприятные. Было достаточно осадков. Обработка была проведена при температуре примерно 8-10 градусов плюс. И в дальнейшем температура, как вы видите, скачкообразно нарастала. Ну, достаточно плавно, но в целом. И были достаточно осадков. Выпадало. то есть э, какого-то сильного температурного стресса абиотического мы не наблюдали теперь что касается фитотоксичности а, на этой диаграмме вы, вы видите собственно говоря вот эти три варианта светло-салатовый это контроль светло-голубой это квантис в норме 1 литр и э, вернее более темно-голубой 1 литр и более светло-голубой 2 литра Цифрами показан процент фитотоксичности на делянке, а буквами показана статистическая обработка. То есть мы пересчитываем это все потом в специальной программе и смотрим, есть ли статистическая разница между этими цифрами. Напоминаю, что опыт проводится в шестикратной повторности. Как вы видите, везде буквы у нас стоят А, что говорит о том, что статистической разницы между этими вариантами нет. Это. На мой взгляд, очень хорошо, то есть фитотоксичности не усиливается. Если посмотреть на срок 16 дней после обработки, 16 ДПО, мы сокращаем это так, то вы можете видеть, что на контрольном варианте процент фитотоксичности был 6,5, в то время как на вариантах с Квантисом он снижался 4,35. И на 30-й день ДПО такая же тенденция. Как это выглядело в поле? Это мои фотографии. Я сам их сделал там. И вы можете видеть, что на некоторых листочках, на контрольных вариантах, были вот такие вот хлоротичные пятна. В то время как на квантисе их было меньше, в норме расхода 1 литр, и в норме 2 литра я их практически вообще не обнаружил, они были незаметны. Но в целом, статистически, это было плюс-минус одинаково, если посмотреть на все варианты. Еще раз напоминаю, что препарат вносился в баковую смесь. Теперь давайте еще раз немножко поговорим о стрессе и его влиянии на растение. Что происходит в растении, когда оно попадает под влияние какого-либо неблагоприятного фактора? В клетках, во всех клетках растения есть органеллы, такие как рибосомы, пироксисомы и, например, клеточная стенка, бывает клеточная мембрана. В этих органеллах происходят физиологические реакции. И в норме там также производятся активные формы кислорода. Это сильные окислители, которые в норме служат для детоксикации каких-то ненужных клетки веществ, разрушения каких-то более сложных веществ до да более простых. И также они служат сигнальными молекулами, которые запускают какие-то другие реакции в организме растения. В случае э, наступления какого-то неблагоприятного фактора, допустим, засухи или наоборот заморозка, э, количество или концентрация этих активных форм кислорода повышается. И повышается она настолько, что клетки становится сложно с ними справляться, и она начинает отравляться этими э, продуктами э, метаболизма. В частности, мы говорим что с самыми... Э, самыми часто встречающимися наиболее активными этими активными формами кислорода являются супероксид перекись водорода синглетный кислород и гидроксильный радикал для того чтобы оценить этот стресс в нашей пшенице которую я сейчас вам рассказывал в опытах мы предложили сделать такой эксперимент в лаборатории мы собрали растительные образцы и анализировали их на активность фермента, который расщепляет перекись водорода на воду и кислород. Этот фермент каталаза называется. Значит, эти растительные образцы гомогенизировались, специальные реактивы вносились в смесь, и мы смотрели, насколько много кислорода из этой смеси выходит, то есть насколько активность этого фермента высока. И давайте посмотрим на результаты. Соответственно, вот на третий день после обработки, на варианте с применением квантиса, количество кислорода, которое выделялось при реакции, было на 8% меньше. Что говорит о том, что фермент, который отвечает за разрушение активного форма, активной формы кислорода, а именно пероксида водорода, его, он был более активен. Также мы можем с вами наблюдать, что невооруженным глазом мы можем видеть цвет, изменения окраски, там, допустим, здесь более зеленое, здесь менее зеленое. Но для того, чтобы это как-то выразить в цифрах, мы используем мультиспектральные камеры, которые позволяют рассчитать растительные индексы. В частности, всем хорошо известный индекс NDVI. То есть, это отражение солнечного света от поверхности листьев растения и через формулу можно таким образом понять насколько активны хлоропласты и насколько идет активно фотосинтез. И вот этот график говорит нам о том, что контрольный вариант светло-салатовый, он уступал обоим вариантам с применением Квантис в норме 1 литр и 2 литра. То есть активность фотосинтеза на этих вариантах была выше. Но что от этой активности? Что это нам дает, по сути? По сути, это э, влияет напрямую на то, как растение растет и развивается. А нам это и нужно. Э, отразилось это все в нарастании э, вегетативной массы. Значит, если обработка у нас с вами была проведена в фазе кущения, то здесь вы видите, мы собрали эти растения э, в фазе трубкования взвесили, и вариант с применением квантис 2 литра опережал контрольный почти на 30%. В дальнейшем, на делянках, я не знаю, вот скажите, коллеги, увидите какую-то разницу между вариантами сейчас на фотографиях? А в чем она заключается? Чуть-чуть шире флаговый лист, и как-то поплотнее кажется посев, на мой взгляд. Может быть, чуть потемнее, да. Вот. Ну, это пока флаговый лист. Дальше следующий слайд это уже э э подходит к фазе цветения. С выбрасыванием колоса сейчас будет. И потом цветение, да. Здесь разница примерно такая же. Не могу сказать, что очень ярко это видно. Ну, может быть, не знаю, может быть, так свет падает. Смысл для нас самое главное это что? Нам важно, важно получить хорошо развитый колос, полностью выполненный, с максимальным количеством колосков в колосе. Вот. Если мы обработку с вами делаем до конца фазы кущения, мы можем с вами повлиять на количество колосков в колосе. В дальнейшем во флаговый лист это уже э, выполненность и масса тысяч семян. Да, сохранение. С совершенно верно. Потому что под стрессом э, пшеница будет редуцировать эти колоски. Да. О лечении мы поговорим чуть попозже, это правда. Хорошо. Ну вот предварительные выводы, которые я могу сделать сейчас, это то, что совместное применение э, с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами биостимулятора «Квантис» в частности, на первых, этапе, на первых этапах развития пшеницы снижала химический стресс, положительно влиял на биохимические параметры, такие как активность каталаза и активность хлоропластов. Через NDVI мы это посмотрели, и также влиял на нарастание биомассы растений. В дальнейшем, конечно, нас интересует урожайность, бункер покажет. Посмотрим. Что касается других культур, сейчас пока. Пропашные, особенно вот в регионе центра. Вчера мы были на поле кукурузу смотрели, сою. Также там совместные обработки с мегафолом заложены и с квантисом. Пока видим небольшую разницу, потому что прошло только три дня после гербицидной обработки. Сейчас стресс значительный у растений. Будем наблюдать и будем вас информировать об этом. Ко мне, пожалуйста, подходите, задавайте свои вопросы, буду рад пообщаться. Основываясь на передовых знаниях и опыте компании «Сингент» в области средств защиты растений, мы ставим своей целью сегодня интеграцию биорешений, привычные нашим сельхозтоваропроизводителям схемы защиты и технологии производства сельхозкультур. Вспоминая, какой путь проделали наши сельхозтоваропроизводители, какой прирост урожайности обеспечило грамотное применение средств защиты растений, Теперь мы можем предложить решение для нивелирования негативного влияния природных факторов, а также возможного фитотоксического действия средств химизации сельского хозяйства, таких как удобрения или средства защиты растений. Одной из важнейших задач на этот сезон является отработка типичных схем защиты для основных сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя. И на сегодняшний день я могу отметить, что совместное применение биостимуляторов в баковых смесях с классическими средствами защиты растений, такими как гербициды, фунгициды или инсектициды, не вызывает дополнительного токсического действия на культуру, но, напротив, даже снижает химический стресс. Это я наблюдал на пшенице, на сое и на кукурузе. Кроме этого, в наших опытах мы отмечали более интенсивное нарастание биомассы на тех вариантах, которые были обработаны биостимуляторами, и влияние на закладку генеративных органов, что основной нашей задачей является. Мы, безусловно, будем наблюдать дальше, и надеемся, все это отразится на бункере, бункерном весе и урожайности.